This conference will now be recorded. Уважаемые слушатели, всем добрый вечер. Уважаемые коллеги, добрый вечер еще раз. У нас сегодня день открытых дверей по дипломной программе, которая носит название «Специалист по управленческому учету». Меня зовут Цыба Елена Владимировна. Я вам расскажу буквально несколько полезной информации о нашем учебном центре «Специалист». Нам уже 31 год. У нас за плечами огромнейшее количество выпускников. Это как частные клиенты, так и корпоративные клиенты. Нам доверяют, нас знают, у нас хорошая репутация, у нас высокое качество обучения. Мы обладаем большой технической базой, около 60 учебных классов. Наши преподаватели – это эксперты в своей области, и также это практикующие специалисты, занимающие определенные должности в компаниях. У нас много линеек, курсов, и вот сегодня мы как раз с вами будем говорить по поводу набора курсов «Специалист по управленческому учету», который как раз-таки входит в линейку курсов по финансовому менеджменту. Всего курсов более 1000. Наши конкурентные ключевые преимущества, которые нас выделяют на рынке. Высокие, как я уже отметила, рейтинги и высокое качество обучения. Мы сочетаем академическую методику преподавания с практикоориентированным подходом к обучению слушателей. Что это означает? Это означает, что слушатели в процессе изучения материала знакомятся не только с теорией, но также ее и отрабатывают на практике, получают практические навыки, решают сквозные примеры, разбирают кейсы, делают аналитические выводы совместно с преподавателем и в группе. У нас различные форматы обучения. Можно обучаться очно, можно подключаться к занятиям из дома, то есть подключаться и заниматься онлайн, но в то же время находиться в группе с группой, с преподавателем. У нас есть открытое обучение, есть свободное обучение. Сейчас расскажу, что это такое. Если вы приобретаете и приходите на открытое обучение, то у вас по расписанию есть академическое время для занятий. Вы можете прийти в учебный центр или вы можете также подключиться дистанционно из дома и заниматься удаленно. Но самое основное – это то, что в эти часы преподаватель находится с вами. Вы просматриваете запись курсов, вы получаете для решения все необходимые практикумы, задания, контрольные работы, но преподаватель всегда наготове ответить на все ваши вопросы, помочь вам, проконсультировать вас. Свободный же формат обучения предполагает, что вы приобретаете курс и проходите его программу в самостоятельном режиме. С преподавателем связываетесь по необходимости по электронной почте. Но и в открытом, и в свободном обучении у нас есть контрольные процедуры, то есть вы выполняете домашние работы, решаете тесты, проходите контрольные работы. Преподаватель вас оценивает и выставляет зачет. Еще у нас есть и другие формы обучения, например, индивидуальные. Еще одно конкурентное преимущество нашего учебного центра – это поддержка слушателей по окончании обучения, так называемая посттренинговая поддержка. Что это значит? У вас после окончания обучения запись занятий, запись курсов сохраняется в течение 6 месяцев. Соответственно, вы можете просматривать материал повторно, трижды, нет ограничений никаких. Вы можете прорешивать еще раз задачи, практикумы, связываться с преподавателем, консультироваться, задавать вопросы. Расписание занятий формируется заранее по каким-то курсам за 3 месяца, по некоторым курсам за полгода. Соответственно, вы можете, глядя на сайте в расписание курсов, выбирать удобное для вас время прохождения занятий и, соответственно, удобный формат обучения. Какие-то изменения, переносы, они практически не бывают. Это крайне-крайне редко. Всесторонний индивидуальный подход к слушателям, как со стороны преподавателей, так и со стороны менеджеров. Любые ваши проблемы будут выслушиваться и будет находиться решение.
оказание помощи в трудоустройстве и, конечно же, престижные документы о повышении квалификации, если вы проходите курс или набор курсов, или о профессиональной подготовке, если вы обучаетесь на дипломной программе. Я являюсь преподавателем курсов по экономике и финансам. В учебном центре «Специалист» читаю курсы «Следующие основы управленческого учета, бюджетирования, управления затратами, основы экономики для руководителей, менеджеров, специалистов, организация бюджетного контроля в МС Excel, подготовка и защита бизнес-плана, основы инвестиционного анализа, анализ финансового состояния предприятия, практикумы по ряду курсов и также готовлю слушателей к сдаче внешних международных экзаменов по формату СИМА, Института СИМА. Являюсь сертифицированным преподавателем EPFM, это английская квалификация, английский институт и Института профбухгалтеров Российской Федерации. Опыт практической деятельности с 2002 года. Имею подтвержденные международные квалификации ECCA, SIMA и PFM, и также являюсь частным тьютором и консультантом по вопросам корпоративного финансового менеджмента. Уважаемые слушатели, о чем мы сегодня с вами будем говорить на Дне открытых дверей? Я постараюсь дать вам общее представление о профессии специалист по управленческому учету. То есть я расскажу, чем данный человек должен заниматься в компании, какими компетенциями он должен обладать, чтобы компания получала пользу, да, от такого специалиста, чтобы специалист себя чувствовал уверенно, какие может занимать должности специалист по управленческому учету, потому что все-таки это мы говорим о компетенции, да, специалист по управленческому учету, это набор компетенций. Но должностные, в общем-то, названия, они могут быть абсолютно разные. Постараюсь подробно рассказать о дипломной программе, что она из себя представляет, из каких курсов состоит и что вы получите по результатам ее прохождения. Далее передам слово нашему карьерному консультанту Янине, и она сделает обзор рынка труда как раз-таки по данной профессии и даст вам рекомендации, думаю, очень полезные будут, конечно же, это всегда так, по поиску работы. И далее мы вам с удовольствием предоставим скидочный купон на обучение. Это будет, ну, в самом-самом конце, поэтому попрошу, да, вас вот, в общем-то, не уходить. Самое интересное будет под конец, в финале. Итак, управленческий учет, как мы с вами понимаем, это вовсе не бухгалтерский учет, это совсем другое. И основные различия в целях. Бухгалтерский учет основной своей целью имеет формирование данных и представление отчетности в государственные органы, как мы с вами знаем. Управленческий же учет по своей цели осуществляется для того, чтобы управлять бизнесом. То есть это учет для целей бизнеса. И сейчас я вам предлагаю посмотреть на экране три определения, которые я сформулировала, и написать в чат, очень будет интересно ваше мнение, какое из определений, на ваш взгляд, самое полное. Вот первое, второе или третье, посмотрите, пожалуйста, ознакомьтесь с определениями и напишите свое мнение, уважаемые слушатели. А потом я прокомментирую. Так, жду ваши ответы. Так, ну что, только три человека написали свое мнение. Так, Татьяна, спасибо большое. Ну, честно говоря, второе и третье, они очень похожи, да, но есть принципиальное отличие. Светлана, спасибо. Ну что ж, я думаю, достаточно.
Первое из вас никто не написал, абсолютно верно. Это большое заблуждение на практике, что система управленческого учета сводится лишь только к учетным процедурам. Когда мы первое определение читали с вами, это система измерения, определенной фиксации, анализа всех хозяйственных операций. Наверняка у всех возник вопрос, а где же тогда система или процедуры планирования, прогнозирования, анализа, учета отклонений? Об этом здесь речи нет. Поэтому первое определение, конечно, нам не подходит. Что касается второго и третьего, они действительно очень похожи. Разница лишь в том, что по третьему определению идет речь про контроль, анализ, план, факт. Какой информации? О результатах деятельности и финансовом положении компании. Это в третьем. А во втором идет речь про информацию о деятельности компании вообще, да, в различных аналитических разрезах, в целях управления бизнесом. То есть информация полная, как итоговая, так и промежуточная, так и какая-то первичная, входящая, может быть полезна для того, чтобы принимать управленческие решения. В третьем определении идет речь только про итоговую информацию, но ее зачастую бывает недостаточно. Отчеты мы сформировали, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств. А уж что там, как там внутри, да, какая аналитика? Вот этого, извините, мы не получили. Поэтому второе определение в наибольшей мере отражает вот всю полноту управленческого учета, коллеги. Кто написал два, Татьяна, да, тот абсолютно прав. Что в себя включает система управленческого учета? То есть сейчас мы здесь с вами поговорим о неких элементах. Вот чем должна быть наполнена система управленческого учета, чтобы мы сказали, вот она у нас в компании есть. Но наверняка вы уже догадались, о чем пойдет речь. У многих на практике, да, реализуется это или в полной мере, или хотя бы частично. В первую очередь, такой элемент, как факт. Учет прошлого. Для того, чтобы получить факт, должны присутствовать некие механизмы или атрибуты, что именно у нас должны быть учетные счета, должны быть разработаны и применяться методы, процедуры учетные, аналитика учетных данных. Но, коллеги, не просто аналитика, а целевая аналитика, то есть та, которая полезна бизнесу, полезна компании. Основные показатели для оценки бизнеса, ключевые показатели эффективности или KPI, показатели для оценки эффективности подразделений сотрудников и основные формы финансовой отчетности, конечно, P&L, кэшфлоу, баланс. Это вот самый такой необходимый набор атрибутов. Итак, если у нас в системе управленческого учета формируется факт, то это все является неким инструментарием для возможности применения каких-либо методов, позволяющих грамотно принимать управленческие решения. Без факта, да, мы будем как слепые котята с вами, у нас не будет возможности применять инструменты управления. Факт нам дает эту возможность. И далее, если у нас есть статистика, у нас есть факт, если у нас есть возможность применять инструменты управленческого учета, то есть какие-то методы, формулы, да, определенные знания для того, чтобы знать, что нам делать, что нам будет полезно, а что нам лучше не делать, то тогда далее мы с вами формируем план, который будет основан на целеполагании. То есть у нас есть определенные цели, у нас есть определенные с вами расстановки приоритетов, появляется план. Конечно, здесь тоже необходимы методы планирования, методы бюджетирования, основные бюджетные показатели, основные бюджетные формы. После того, как у нас есть план, мы стараемся следующий период нашей жизни прожить так, чтобы фактическая деятельность соответствовала нашим целям, то есть нашему плану. Да? Что мы для этого делаем, чтобы наш план выполнялся? Конечно, мы осуществляем процедуры анализа исполнения планов бюджетов. Мы осуществляем процедуры контрольные. Это и постконтроль, это и контролинг превентивного характера.
Мы проводим управление по отклонениям, делаем выводы, разрабатываем мероприятия, воздействующие на какие-то определенные факты, процедуры. И все это нам помогает достигать определенного, да, факта в будущем. Так вот, чтобы это все работало, нам еще необходимы некие механизмы. Какие? Распределение ответственности за достижение целевых показателей, например, по центрам финансовой ответственности, наделение какими-то полномочиями этих центров, да? Вменение определенных показателей, планов каждому центру и так далее. Формализация всех процедур необходима. То есть должны быть регламенты, инструкции. Система мотивации персонала. Если мы хотим, чтобы наша система целеполагания работала, да, установив цели их достигать, конечно, мало распределить ответственность, нам нужно еще и мотивировать людей за достижение либо недостижение каких-то показателей. Стратегические цели компании, стратегические показатели бизнеса. Они могут быть финансового характера, могут быть не финансового характера, только потом будут вытекать, да, уже какие-то финансовые модели, показатели и так далее. И, конечно же, программное обеспечение. Вот что из себя представляет система управленческого учета, ну, как бы в таком общем понимании, да, как правило, в любой компании это понимание на данный вот момент времени, оно как бы так достигнуто. Вот, если раньше компании не понимали, что такое управленческий учет, что с ним делать, зачем и почему, то сейчас уже такое понимание есть в современных условиях. Дальше, о чем мы с вами поговорим. Что нужно сделать, организовать, чтобы в компании система управленческого учета, хотя бы вот в том виде, в котором мы сейчас ее посмотрели, была реализована. И вот здесь мне опять-таки нужна ваша помощь. Да? Здесь организационные моменты. Что нужно? Чем должна обладать компания, и также, что должен знать, уметь, представлять, предложить специалист по управленческому учету. Вот на ваш взгляд, опять буду вам признательна, если вы мне будете помогать писать в чат ваши варианты. У меня их 7, вот, ну, 7, может быть, вы не напишите, но хотя бы за один буду очень благодарна. Да? Самое основное, на ваш взгляд. В организационном плане, что должно быть в компании? Юля, абсолютно верно, согласна с вами, но этого мало еще. Татьяна, есть такой вариант из 7 пунктов, конечно. Крайне сложно обойтись без программного обеспечения, абсолютно согласна. Если мы даже ведем управленческий учет в Excel, все равно можно сказать, что это тоже некое программное обеспечение. Так, еще коллеги, что? Так, взаимодействие, да, это уже такие организационные моменты, которые в какой-то части зависят и от нас с вами, но еще и от руководства компании. Так, да, Татьяна, ну это как элемент основной, вот мы сейчас это перечислили. Угу. Так, еще чуть-чуть подожду. Так, Яна, согласна, да, верно написали. Очень, очень часто необходимо. Регламентные процедуры. Вот с Татьяной тоже не могу не согласиться, и у меня это как раз-таки будет первым пунктом. Ну, давайте посмотрим, какие у меня обозначены 7 пунктов. Значит, самое первое, коллеги, это знание основных инструментов управления бизнесом. Вот если не руководство, не отдел, не специалист по управленческому учету не знает какие-то инструменты для управления бизнесом, да, то, собственно, он не будет до конца понимать, что делать с системой управленческого учета, для чего она вообще нужна и как ее организовать. Что это за инструменты? Ну, самые основные здесь перечисляются. SVP – зависимости, S у нас – cost – затраты, V – value – объемы, P – profit – прибыль. Да?
инвестиционный анализ, бюджетирование то же самое вы перечисляли, анализ отклонений, методы управления ассортиментом, методы оптимизации затрат, методы максимизации финансовых результатов. Соответственно, набор основных знаний он должен быть у тех людей, которые ответственны за управленческий учет. Без этого никуда, это самое первое, думаю, вы со мной будете согласны. Второе. Основные требования к управленческому учету в конкретной компании. Если мы будем с вами как бы так смотреть на практику других компаний, там конкурентов, да, каких-то компаний той же отрасли, как у них реализована система управленческого учета, мы будем неправы. Потому что у них свои цели и задачи, а у нас свои цели и задачи. Нету компаний идентичных, ну, идентичные есть, нету компаний одинаковых абсолютно. Поэтому цели управленческого учета могут разниться. О чем здесь речь? Могу примеры привести. Ну, например, если у нас проектная организация, то, соответственно, нам нужен учет какой? По проектной на протяжении всего жизненного цикла проектов, да? То есть мы должны получать картинку абсолютно по каждому проекту, еще в разбивке там по месяцам, по неделям и так далее. А бухгалтерский учет, конечно, в общем-то, это обходит стороной, его это не интересует, да, по проектному мы ведем или не по проектному, это уже задача управленческого учета. Еще какой пример можно привести? Ну, если у нас большая группа компаний, взаимодействующих между собой, да, то для управления финансами, для оперативного управления финансами, чтобы там избегать последствий кассовых разрывов, нам необходимо формировать консолидированный бюджет движения денежных средств. Может быть, даже консолидированный, скорее всего, не может быть, скорее всего, консолидированный платежный календарь. Соответственно, консолидироваться мы будем по всей нашей группе компаний, а может быть, еще и включать наших подрядных организаций туда же, да, наших подрядчиков. Опять-таки, бухгалтерский учет нам в этом с вами, как вы полагаете, не помощник. Ну и самое примитивное, если нам нужно управлять ассортиментом, загружать эффективно мощности производственные, да, делать расстановку акцентов, там, что продавать больше, что продавать меньше, что менее маржинально, что более маржинально. Для торговых компаний, для производственных компаний это всегда актуально, всегда важно. Вот, соответственно, опять-таки, в качестве основных требований к управленческому учету это будет ведение учета по видам наших продуктов. Или, допустим, у нас основная с вами задача, цель держать жесткий контроль над использованием ресурсов по какой-то причине. Соответственно, мы нашу систему управленческого учета будем строить таким образом, чтобы у нас была аналитика, детализация по всем статьям, да, где идет, в каких местах возникают затраты, где, возможно, какие-то перерасходы, кто несет ответственность и так далее. То есть основные требования к системе управленческого учета конкретно в нашей компании у нас должны быть сформулированы. И это в самом начале пути. Третье. Понимание различий бухгалтерского учета и управленческого учета в контексте нашего бизнеса, да, и с учетом, опять-таки, основных требований к системе управленческого учета, которые мы уже определили. Давайте здесь поясню, о чем речь идет. Ну, в общем-то, если у нас система бухгалтерского учета позволяет получать достаточно, ну, так скажем, справедливую информацию об активах, обязательствах, да, мы, точнее, не мы, а бухгалтерская служба заботится об этом, не нарушая законодательство, и никаких, ну, так скажем, проблем с системой бухгалтерского учета у нас не возникает, единственное только, нам ее необходимо дополнить какой-то дополнительной аналитикой, включить дополнительные аналитические признаки. Соответственно, что мы сделаем? Мы будем использовать систему бухгалтерского учета для чего? Для того, чтобы вести управленческий учет. Да? Они близки, они похожи. Или, например, бывает как, что управленческий учет полностью устраивает. Управленческие решения можно принимать на основе данных бухгалтерского учета.
прошу прощения, бухгалтерский учет нас полностью устраивает, управленческие решения мы можем принимать на основе его. Единственное «но», и вот это вот «но» заключается там в оперативности представления данных. Закрывается период по бухгалтерскому учету, скажем, там раз в квартал или, там, допустим, раз в год. А нам нужно чаще. Ну, что нам остается сделать, чтобы бухгалтерский учет служил для цели управления бизнесом? Сделать более частое закрытие периода. Никакой отдельной базы управленческого учета вести не нужно. Вот это, ну, так скажем, в общем-то, такие малые, малые, да, меры. Мы просто превращаем бухгалтерский учет, ну, в некий управленческий учет, его как бы так под цели управленческого чуть-чуть переделываем, подделываем. Но бывают различия кардинальные. В чем они могут заключаться? Ну, например, моменты признания операции различны. По бухгалтерскому учету выручка признается на основании там, документального оформления, когда покупатель подписывает документ, когда, в общем-то, переходит право собственности, товар пришел, да, и так далее. Это в бухгалтерском учете. Но в управленческом учете мы с вами хотим отражать доходные операции в тот момент, когда мы товар отгружаем. Допустим, он еще доставляется до покупателя какое-то количество дней или недели. Нам нужна, опять-таки, оперативная информация в системе для быстрого принятия решений, для формирования далее там, бюджета движения денежных средств, платежного календаря и так далее. Вот что тогда делать? Как мы тогда будем одну хозяйственную операцию, да, в системе бухгалтерского учета там отражать? Если разные моменты признания, вот тогда нам нужна другая система учета хозяйственных операций. Есть система бухгалтерского учета и есть система управленческого учета. Конечно, они между собой интегрируются, хозяйственная операция – это одна, да, но моменты признания каких-либо активов, обязательств, они различны, различаются. И вот здесь мы уже говорим как раз-таки о том, что две системы, они просто интегрируются в каком-то ключе, в какой-то степени. Или, допустим, у нас различные методы формирования финансовых результатов. То, что в бухгалтерском нас не устраивает, мы хотим там систему директ-костинг. Да? Опять-таки, что получится? Что мы не можем пользоваться итоговой информацией БУ, нам нужна итоговая информация, отчеты управленческого учета. Вот какие здесь есть механизмы реализации. Можно заносить хозяйственную операцию единожды, далее она как бы пойдет там, ну, так скажем, налево и направо. Налево она будет у нас регистрироваться в системе бухгалтерского учета, направо она будет по-другому регистрироваться в системе управленческого учета, но для этого нам нужно программное обеспечение, как вы уже догадались, определенное, да, вот это уже такие кардинальные меры. Или еще бывает промежуточный вариант на практике, когда снимается по бухгалтерии журнал хозяйственных операций и неким образом трансформируется. То есть какие-то хозяйственные операции мы убираем, которые не должны отражаться в управленческом учете, или наоборот мы дополняем какими-то хозяйственными операциями, которые по бухгалтерии не проходили. Или, может быть, мы что-то перепроводим, да, опять-таки нам нужен программный продукт. Вот здесь у нас была речь с вами как раз-таки о различиях бухгалтерского и управленческого учета в контексте конкретного бизнеса. Если мы эти различия с вами выявили, они нам ясны, они нам понятны, то дальше мы уже с вами будем делать вывод о степени интеграции системы БУ и системы УУ. То ли это снятие журнала хозяйственных операций и какое-то дополнение, то ли это, допустим, снятие оборотно-сальдовой ведомости, да, и формирование отчетов по другим статьям с другой аналитикой, то ли это действительно проведение одной хозяйственной операции в двух разных системах. Ну, думаю, понятно, о чем речь идет. Только после этого появляется у нас пятый пункт – это программное обеспечение для учета и планирования. Вот только сейчас мы начинаем говорить про планирование хозяйственных операций, да? То есть по первым четырем пунктам мы с вами говорили про факт, как получить факт в системе УУ. Вот теперь еще и у нас задача планировать нашу деятельность. Ну, если нас устраивает система бухгалтерского учета, мы ее как-то
под цели управленческого, допустим, с вами трансформируем, то планирование можно осуществлять в Excel. Или, допустим, мы приходим к тому, что нужно купить программный продукт, в котором мы будем вести и план, и факт. Ну, яркий пример тому – программка для малого бизнеса, план-факт, она так и называется, многие сейчас ей пользуются. Может быть, мы придем к мнению о том, что нам нужен более серьезный программный продукт, например, 1С ERP, 1С Bitfinance. Может быть, у нас крупная, богатая компания, мы можем себе позволить систему ERP более серьезную, импортную, ну, такую, как SAP и так далее. На шестом пункте идет речь о внедрении. Разрабатывается учетная политика для целей управленческого учета. По аналогии с бухгалтерской, да, те же пункты, те же абсолютно описательные какие-то части, моменты, но только уже для целей УУ, управленческого учета. Формируются, разрабатываются регламенты, инструкции, планирование, бюджетирование, сбора факта. Появляются политики финансового контроля, контролинга, финансирования подразделений и так далее. Появляется система мотивации. Собственно, все это мы разрабатываем, внедряем. Может быть, сначала разрабатываем, потом внедряем. Может быть, как-то параллельно действуем. Может быть, наоборот, идем от внедрения, внедряем, да, потом уже начинаем как-то это все регламентировать, дорабатывать. Ну, в общем-то, везде по-разному. И на седьмом пункте это уже практическая реализация системы управленческого учета. Мы осуществляем процедуры сбора факта, планирования, контроля, анализа, получаем информацию, принимаем управленческие решения грамотные на основе системы нашего управленческого учета. Грубо говоря, пользуемся плодами нашей деятельности. Вот, собственно, постаралась, да, донести до вас, я думаю, многие знакомы с этими семи пунктами, как в компании в идеале должна быть организована постановка управленческого учета. Далее, так как мы говорили про первый пункт, это система знаний, навыков, давайте еще дополним все-таки, какие инструменты финансового менеджмента необходимо знать специалисту по управленческому учету для того, чтобы понимать, что нужно внедрять, как строить систему, какие результаты от нее получать. Самое первое, самое важное, коллеги, это правила, принципы, методы формирования управленческой отчетности. Как сформировать P&L, как сформировать кэшфло или отчет о движении денежных средств, как сформировать баланс, как эти формы взаимоувязываются между собой, как, в общем-то, можно, анализируя описание хозяйственных операций, получить эти итоговые формы, как можно закрыть период, если у нас есть система там в программе определенных, да, хозяйственных операций, но период не закрыт, или как можно получить эти формы на основании там той же оборотно-сальдовой ведомости и так далее. Вот этими навыками мы с вами обязаны обладать, без этого никуда. Второе. Принципы построения финансовых структур, что такое финансовые структуры, какие они могут быть, как мы ЦФО назначаем в компании, да, что мы, в общем-то, хотим, для чего мы это делаем, ведь очень важно не просто назвать подразделение, а вложить в это смысл какой-то, чем наполнить ответственность, какими показателями деятельности, какими планами, бюджетами, да, для того, чтобы была мотивация, а не обратный эффект. Классификации затрат в управленческом учете. В каждой компании большая совокупность затрат, издержек. И чем больше компаний, тем, соответственно, статей, подстатей, всевозможных направленностей этих издержек больше. Вот чтобы не запутаться, чтобы управлять затратами, мы с вами должны их изначально дифференцировать, распределять, да, на определенные группы. Или классифицировать, можно и так сказать. Для определенных целей, для определенных задач управленческого учета применяется определенная классификация. Мы с вами обязаны в этом ориентироваться. Инструменты для оптимизации ассортимента выпускаемой нашей продукции, продаваемых товаров. А какова цель-то оптимизации ассортимента? Ну, конечно, получение наибольшего финансового результата.
Вот какие есть инструменты для того, чтобы через ассортимент увеличивать прибыль компании? Методы ценообразования, конечно же, методы управления затратами. Это SVP-анализ, SVP-зависимости в первую очередь. Это зависимости спроса и цены в условиях эластичного спроса и влияния эластичного спроса на маржинальную прибыль. Это инструменты увеличения прибыли через там, сокращение, оптимизацию издержек и так далее. Методы принятия управленческих решений краткосрочного характера. Ну, например, что нам делать, как подойти к решению вопроса, да, ответить безошибочно на вот такую задачку, что нам делать в ближайшее время, производить продукцию самим или, например, привлекать там подрядчиков, какие-то подрядные организации, брать помощь и так далее. Или побочную продукцию нам продавать, или второй вариант, нам ее обрабатывать в компании дальше. Что нам выгоднее? Соответственно, ответить на такие вопросы, да, можно, зная некий алгоритм, алгоритм решения таких задач. Об этом тоже мы должны говорить, ну, в общем-то, на дипломной программе, на курсах. Методы прогнозирования, методы бюджетирования обязательно, методы инвестиционного анализа, или можно сказать, методы принятия управленческих решений долгосрочного характера, методы бизнес-планирования, методы финансового анализа деятельности предприятий. Вот основные инструменты, которыми должен обладать специалист по управленческому учету. На какие должности специалист по управленческому учету может претендовать? Или иными словами, на каких должностях требуются компетенции специалиста по управленческому учету? Я начну снизу и пойду снизу вверх, как бы ступенчато. Ну, конечно, начиная от экономиста, финансового менеджера, финансового аналитика, финансового контролера, все-таки компетенции у финансового менеджера побольше, чем у экономиста, да, если экономист в отделе у нас находится. Далее, специалист по управленческому учету, который отвечает не только за формирование факта, но, возможно, в какой-то определенный этап своей деятельности в компании ему придется внедрять или изменять, доразвивать как-то систему управленческого учета, писать технические задания программистам и так далее. Поэтому это не финансовый менеджер, не экономист, да, это уже отдельная должность, связанная как раз-таки предметно с этой областью. Руководитель отдела управленческого учета, или бывает еще руководитель отдела управленческого учета и бюджетирования. Дошли теперь до руководителя ПО, планово-экономического отдела, руководителя финансово-экономического отдела, руководителя отдела контролинга и финансовый директор, директор по экономике и финансам, несомненно, тоже в любой компании должен обладать компетенциями специалиста по управленческому учету. Но это не конец, у нас еще есть выше две ступеньки, директор по стратегическому планированию, исполнительный директор и, коллеги, генеральный директор должен понимать, для чего управленческий учет нужен, что он дает и как он реализуется. Поэтому если генеральный директор обладает определенными компетенциями в области, да, учета управленческого, это замечательно, это большой плюс для бизнеса. Далее вам расскажу про содержание дипломной программы, из чего она состоит и в каком объеме она реализуется. Справа на экране вы видите QR-код, вы по нему можете зайти на наш сайт и всю информацию, я вам сейчас выжимку сделаю, да, вы увидите на сайте всю информацию о дипломной программе в более подробном виде. Курсов всего 8, но по желанию вы можете, да, за дополнительную плату еще как-то и расширить, в общем-то, свою линейку курсов. Это не возбраняется, это добровольно, это по вашему желанию, может быть. Первые курсы касаются изучения Excel. Это не начальный уровень, как вы уже обратили внимание, это уровень второй расширенной возможности и уровень третий анализ и визуализация данных. Всего в объеме получается 32 академических часа аудиторных занятий и 16 часов вот по этим двум курсам бесплатно.
Коллеги, что означает бесплатно? Это значит, что заранее предупредив администрацию учебного комплекса, вы можете прийти в учебный класс и позаниматься самостоятельно. Да? А по результатам прохождения этих двух курсов, что у вас будет в арсенале? Сложные формулы. И финансовые, и формулы, связанные с прогнозированием, и формулы, связанные с работой с текстом, с табличными массивами данными. Такие формулы, как формулы «если» всевозможные ее варианты, «сум если много», «счет если много», «сцепить», «объединить» работа с массивами, с текстами, «ВПР», «ГПР», «индекс», «смещение», «ДВ-ссыл» работа с ссылками, «предсказ» для линейного прогнозирования, «поиск позиции» и так далее. Сводные таблицы, сводные диаграммы, работа с графиками, картограммами, диаграммами и так далее. Пользовательские форматы, условное форматирование. Далее, курс «Основы управленческого учета и бюджетирования», в скобках «Управления затратами». Ну, как вы понимаете, это такой основополагающий курс в данной программе, поэтому я про него вам расскажу чуть поподробнее. 32 академических часа. Начинаем мы обычно с финансовой структуры и центров финансовой ответственности. У нас есть практический пример, небольшой кейс. Мы формируем такую финансовую структуру по компании, говорим о том, какое подразделение каким ЦФО должно являться, за что отвечать для того, чтобы работа этого ЦФО была максимально эффективна, приносила плоды бизнесу. Классификация затрат управленческого учета проходим, изучаем. Говорим, показываем, применяем методы разделения смешанных затрат, говорим про методы оценки запасов, методы учета затрат, калькулирования себестоимости, методы формирования финансовых результатов, формируем отчет о прибылях и убытках, опять-таки различными методами, маржинал-костинг, директ-костинг, другие методы рассматриваем. Обсуждаем, почему финансовые результаты получаются с использованием различных методов различные, да? Вот как можно, в общем-то, манипулировать финансовым результатом, если в учетной политике закрепить не тот метод калькулирования себестоимости. Для понимания это очень полезно, на практике пригождается. Рассматриваем инструменты управления затратами, инструменты управления прибылью, основные методы планирования, прогнозирования. Изучаем на данном курсе и формируем бюджетную модель предприятия на примере производственного предприятия. Да? То есть берем за основу какие-то исходные данные статистические и формируем все бюджеты, начиная там от плана бюджета продаж, все-все-все операционные, и заканчивая финансовыми формами, заканчивая прогнозным балансом. То есть бюджетная модель на выходе у вас будет, вы можете ее брать как фундамент за основу там, для дальнейшей своей практической деятельности. Ну и помимо, в общем-то, формирования бюджетов, у нас на этом курсе большое количество всевозможных домашних задач интересных, кейсов, примеров, задач для обсуждения и так далее. Четвертый курс. Организация бюджетного контроля с использованием MS Excel. Курс небольшой, 16-часовой, но с практической точки зрения он очень, на мой взгляд, полезный. Могу его как бы так условно разделить на две части. Первая часть касается формирования платежного календаря в Excel с применением инструментов как раз-таки третьего уровня. Формируем платежный календарь, стараемся сделать его таким образом, чтобы как-то уйти от рутины, да, от постоянно повторяющихся процедур, там, заполнения ручного. Ну, в общем, можно сказать, мы его максимально автоматизируем. Excel должен делать какие-то операции за нас, а мы должны заниматься аналитическими функциями. И, соответственно, что-то нам позволит сократить даже время, да, высвободиться какой-то временной ресурс и так далее, для того, чтобы принимать управленческие решения. Ну и, конечно же, здесь, формируя платежный календарь, мы говорим про инструменты финансового планирования. Там заявки на платеж, которые у нас в компании должны ходить. Система согласования договоров как основной метод контролинговых процедур.
про то, как нужно уточнять БДДС, приводить его к такому актуальному состоянию, с какой частотой это делать, какие контрольные процедуры, грубо говоря, контроли должен наш платежный календарь реализовывать сам по себе, для того, чтобы не было, ну, каких-то необоснованных или внебюджетных трат в компании. Это первая часть курса. Вторая часть курса касается проведения план-факт-анализа, расширенного проведения план-факт-анализа. Мы анализируем основные статьи и дальше пытаемся понять, что произошло, проводим анализ пофакторный. Смотрим, какие факторы влияют на результат, анализируем влияние каждого фактора. За цифрами пытаемся понять суть, что происходило, пишем выводы, формируем оперативный отчет для руководства. Так. Пятый курс. Анализ финансового состояния предприятия. Объемный, серьезный курс, 40 академических часов. Начинаем с методов проведения финансового анализа. Есть горизонтальный анализ, есть вертикальный, есть трендовый, есть метод экспресс оценки, есть, допустим, пофакторный тот же анализ и так далее. Далее учимся читать финансовую отчетность. Опять-таки за цифрами видеть смысл, понимать, что происходило. Ну, так скажем, что учимся мы этому на протяжении всего курса, но вначале мы пытаемся провести некую экспресс-оценку. Все время делаем отсылку к рискам, то есть выявляя несоответствие какого-то показателя, да, нашим там представлениям, видениям, стараемся понять, какие риски за этим стоят у компании. Учимся понимать статьи отчетные, что происходило, какая могла быть сделка, да, иногда сделки бывают нестандартные, нетиповые. Глядя в отчетности какое-то несоответствие, находя какое-то несоответствие в отчетности, хотим понять, что же все-таки произошло, что могло, какая хозяйственная операция могла послужить причиной. Проводим, как я уже сказала, комплексный анализ годовой финансовой отчетности крупного производственного предприятия по всем разделам анализа, пишем аналитические заключения, разрабатываем выводы, рекомендации. Если остается время, а это бывает практически, да, вот всегда остается чуть-чуть времени на этом курсе, и еще что-то дополнительно рассматриваем, какие-то, допустим, еще предприятия анализируем, или иногда слушатели просят показать оно-она ПБУ 18, да, чтобы было понятно, опять-таки, что это такое, когда мы их в отчетности видим. Отложенные налоговые обязательства, отложенные налоговые активы, постоянные временные разницы. Тоже как-то пытаемся, не то что пытаемся, да, рассматриваем на простых примерах, доступных для всех. Шестой пункт, шестой курс, подготовка, защита бизнес-плана. Формулируем бизнес-идею. То есть, допустим, вот мы что-то хотим с вами, у нас есть в голове какие-то варианты, чем заняться, да, куда вложить деньги, но это еще не бизнес-идея, чтобы бизнес-идея была сформулирована, опять-таки нужно выполнить определенные критерии, про них говорим. Формируем маркетинговый план, это очень важный аспект любого бизнес-плана, без него просто никуда. И основные маркетинговые инструменты изучаем, что такое емкость рынка, какие есть модели для исследования рынка и так далее. А далее, опять-таки на примере реального проекта, начинаем формировать организационный, производственный план, план по продажам, план по приобретению оборудования. И в конце концов мы с вами выходим уже там на финансовый план и, можно сказать, формируем финансовую модель нашего проекта, нашего бизнес-плана. Анализируем риски по данной модели, говорим о том, как эту информацию презентовать для инвесторов, то есть дополняем там средствами визуализации, графиками, диаграммами, и говорим о том, как, в общем-то, сделать описательную часть нашего проекта. То есть у нас есть модель в Excel, по вкладкам заканчивается это все БДДС. На основе БДДС мы оцениваем там риски, рассчитываем основные показатели, NPV, РРР и так далее. Но нужна же еще и текстовая описательная часть для того, чтобы, да, вот все это красиво презентовать и представить.
И еще в конце пишем паспорт проекта, тоже неотъемлемая часть бизнес-плана для инвесторов, для кредиторов. Седьмой курс – управленческий анализ и аудит. 32 академических часа, но вот чтобы вам было понятно, что из себя представляет управленческий анализ и аудит, скажу просто. Это анализ работы компании, успешности, эффективности работы компании по основным ее направлениям. Каким? Кадры в любой компании, маркетинг, финансы, качество. Это как основные, да, направления деятельности. Но еще могут быть у нас направления деятельности, связанные с закупками, направления деятельности, связанные с каким-то, допустим, обеспечением компании, там, логистическим тем же самым и так далее. Идет речь на этом курсе о разработке мер материального стимулирования персонала. Рассматриваются какие-то моменты оптимизации бизнес-процессов. Провели анализ, сделали выводы, а дальше что? А дальше нужно опять-таки проводить процедуры оптимизации для того, чтобы управленческий анализ и аудит принес свои плоды определенные в определенный период времени. И последний, восьмой курс – основы инвест-анализа. 16 академических часов. Изучаем принципы финансовой математики, 6 функций денег – это текущая стоимость, будущая стоимость, аннуитеты. Оказывается, коллеги, у аннуитетов даже 4 функции денег есть, мало кто об этом знает. Моделируем ставку дисконтирования, потому что на практике очень многие голову ломают, да, вот как к этому подойти, за что принимать ставку дисконтирования. Смотрим, какие есть методы основные, да, и в каких случаях какой метод применять лучше. Есть метод ВОК, есть метод КАМ. Инструменты инвестиционного анализа, такие как NPV, RRR, MIR, срок окупаемости, само собой, естественно, на этом курсе рассматриваются глубоко. И финансовое моделирование. Опять-таки, на каких-то примерах, на типовых примерах мы рассматриваем финансовые модели инвестиционных проектов. Инвестиционные проекты бывают типовые, определенных типов. Допустим, проект с нуля или проект по модернизации, реконструкции, проект по расширению мощностей, проект по замене оборудования, да, и вот каждому этому типу нужно как-то подойти, сформировать финансовую модель, финансово обосновать этот проект. Вот, соответственно, все эти типы проектов рассматриваются на курсе. Так, если у вас какие-то сейчас назрели вопросы, да, по услышанному, по курсам, вы пока в чат можете формулировать свои вопросы, а я пока пойду дальше, с вашего позволения. Так, одну минутку, что-то у меня здесь. Угу. По итогам прохождения дипломной программы, какие можно в резюме включить навыки? Не буду говорить, что вы напишете опыт, да, опыт там, опыт формирования бюджетов. Нет, это не по окончании курсов, а вот написать, что у вас есть навыки, в ряде случаев вполне позволительно. Навыки формирования операционных финансовых бюджетов, да. Навыки формирования форм управленческой отчетности, да, это справедливо. По окончании дипломной программы так написать в резюме. Навыки проведения инвест-анализа. Навыки разработки системы KPI, разработки мероприятий по оптимизации бизнес-процессов. Навыки формирования финансовых моделей. Коллеги, еще раз, почему навыки? Потому что если мы говорим про опыт формирования чего-либо, да, вы должны это все прочувствовать, провести от самого начала до конца. Это на практике, это в компании. Здесь все-таки у нас будут какие-то итоговые, входящие исходные данные, которыми мы будем пользоваться. И дальше уже, да, их раскручивать и раскручивать, получать результат. Но исходник-то будет. Но сейчас у нас появятся два пункта внизу на слайде, где не будет слова «навыки». Проведение финансового анализа по отчетности предприятия. Да, конечно, справедливо будет написать в резюме, что вы это делали, потому что мы на курсе действительно будем анализировать отчетность ни одного предприятия. Подготовка бизнес-плана. Бизнес-план формируется, из пальца высасывается, да, как говорят, формируется с нуля, с самого начала. Да, мы это будем делать действительно с нуля, с самого начала с вами. И выработка подходов для обоснования принятия управленческих решений. По итогам прохождения всей дипломной программы, всех курсов, у вас выработается системный подход
к принятию управленческих решений. То есть, когда вам какую-то задачу руководство поставит, у вас будет кругозор достаточно мере сформированной для того, чтобы знать, как подойти к решению этой задачи. Особенности дипломной программы. Объем программы 272 академических часа. Как ее можно проходить? 3-6 месяцев. В зависимости от вашей загрузки рабочей, да, в зависимости от вашего желания выучиться быстро или наоборот растянуть удовольствие. Форматы обучения. Абсолютно любой, можно совмещать. Какой-то курс вы проходите очно, другой курс вы проходите в формате открытого обучения. Вот, когда вы пройдете все форматы, вы уже для себя какой-то предпочтительный выберете. Будете, наверное, далее ему следовать, что вам больше понравится. Все форматы обладают, да, несомненно, какими-то преимуществами. Уровень подготовки. Программа, как у нас заявлено на сайте, для подготовленных специалистов. Но опять-таки, да, вот все относительно, поэтому я сейчас конкретизируюсь. Что имеется в виду в части вот этой подготовленности? Обязательная подготовка – это окончание курсов. Каких? Курсов по экономике, основы экономики. Экономика не макро ни в коем случае, микро достаточно. А курсы по бухгалтерскому учету. Может быть, у нас, может быть, еще в каких-то учебных центрах. Microsoft Excel достаточно знать первый уровень. То есть это прям совсем начальная такая ситуация. Работа с табличным редактором, с таблицами. Или, допустим, у вас нет пройденных таких курсов, но у вас есть эквивалентная подготовка. То есть у вас есть опыт работы экономистом, бухгалтером, и вы знаете Excel. Собственно, этого вполне достаточно для того, чтобы успешно пройти дипломную программу специалист по управленческому учету. Так, если у вас какие-то вопросы, уважаемые коллеги, ко мне есть. Пожалуйста, пишите, озвучивайте в чат. А вот я сейчас передам слово нашему карьерному консультанту Енине. Одну минуточку. Так, Енина, сейчас я в списке. У нас список большой достаточно. Угу. Так, передаю вам права презентера. Угу. Так. Расставьте, пожалуйста, плюсики. Как видно мою презентацию, как меня слышно? Чатики. Так, все ли видно, все ли слышно? Ой, спасибо большое. Итак, друзья, спасибо большое, что остаетесь с нами. Добрый вечер. Меня зовут Енина, я менеджер по трудоустройству учебного центра «Специалист». Я хотела бы сразу напомнить, что для всех участников Дня открытых дверей действует промокод на скидку при покупке дипломной программы «Специалист по управленческому учету». Мы покажем его буквально минут через 5-7. Итак, что вас ждет в течение… Ну, я уложусь в 5 минут. Итак, я расскажу про программу поддержки трудоустройства наших выпускников, расскажу о ситуации на рынке труда, о заработных платах, востребованных навыках и проведу обзор вакансий, где требуется знание управленческого учета. Итак, в нашем учебном центре действует программа поддержки трудоустройства выпускников, включающая бесплатные индивидуальные карьерные консультации, помощь с подготовкой резюме, подготовкой к собеседованию. Также мы регулярно собираем вакансии и стажировки от наших партнеров. Приглашаем на вот подобные онлайн-мероприятия. Если среди наших слушателей есть сейчас выпускники нашего центра, обучавшихся на свой счет, то вы можете слева сфотографировать QR-код и записаться ко мне на индивидуальную карьерную консультацию. Кроме того, если вы, ваши близкие, знакомые находятся сейчас в поиске работы, абсолютно для всех желающих, бесплатно у нас есть полноценный курс по успешному поиску работы и трудоустройству. Это вот QR-код справа. Это, собственно, главная рекомендация по поиску работы, прежде чем выходить на рынок труда, особенно если вы это делали давно. Последний раз запишитесь на наш курс. Это, повторюсь, полноценный 8-часовой курс. Вам расскажут, как правильно разработать резюме, как пройти собеседование, как писать сопроводительное письмо. Все ссылочки сейчас, Марьяна, спасибо большое, у нас есть в чатике. Итак, вернемся к теме нашего мероприятия, к ситуации на рынке труда. По данным портала HeadHunter,
собственно, основного сейчас у нас монополиста в области поиска работы. Если искать по региону России, то мы видим несколько тысяч самых разных вакансий, где требуются знания и навыки ведения управленческого учета. Ну, собственно, об этом нам уже рассказывала Елена. Эти навыки в области управленческого учета нужны разным специалистам. Ситуация на рынке труда сейчас по состоянию на март, по данным того же HeadHunter, достаточно сложная, конкурентная. Мы видим конкуренцию 5 человек на одну вакансию, прирост вакансий за месяц март нас не порадовало, вот прирост резюме 7%. Это нам о чем говорит, собственно. Это нам говорит о том, что, необходимо повышать, наращивать актуальные навыки, которые востребованы работодателем. А какие же это навыки? Елена уже перечислила ключевые навыки, необходимые, а я бы хотела поделиться мнением рекрутинговой компании GetExperts о ситуации на рынке труда. Несмотря на то, что в связи с закрытием, как всем вам известно, и уходом бизнеса некоторого из России, на рынке появляется все больше вакансий, все больше кандидатов. Вакансии закрываются, тем не менее, достаточно сложно, так как работодатели хотят видеть сейчас кандидатов идеальное некое сочетание профессиональных и личностных качеств. И повышается количество конкурентов на рынке труда, очень большой всплеск. Появляются резюме из людей, которые вышли из консалтинга, из внутреннего аудита, из инвестиций. Так вот, среди наиболее востребованных навыков, по мнению компании GetExpert, можно выделить опыт постановки процессов с нуля, опыт автоматизации бизнес-процесса, здесь, конечно, имеется в виду управленческого учета, опыт антикризисного управления, знания Power BI или любых других методик визуализации информации, умение строить финансовые модели тоже с нуля и настраивать управленческую отчетность. Что же нас ждет на рынке труда, если вот рассматривать вакансии со скиллами управленческий учет? Вот я взяла, проанализировала HeadHunter, и выписала, сейчас вернусь к зарплатам, и выписала все вакансии, которые предлагаются по запросу управленческий учет. То есть где управленческий учет содержится не только в названии позиции, но и в описании вакансий. Ну, собственно, все, что вы видите, это реальные названия вакансий. Как бы ни для кого не секрет, да, что семантически одна и та же позиция в HeadHunter может называться по-разному, а подразумевать тождественный набор функций и наоборот. Собственно, имеем в виду, когда вот рассматриваем данную аналитику. Что мы здесь имеем? В принципе, это очень похоже на ту структуру, которую нам показывала Елена. Вот тут я показываю реальные вакансии. Мы здесь видим высший менеджмент, да, исполнительный директор, операционный директор с функциями организации и развития управленческого учета, финансовый сектор, финансовый директор, финансовый менеджер, финансовый аналитик с функциями подготовки отчетности, юнит экономика, бюджетирование, совершенствование управленческого учета. ПЭО «Экономика» с функциями бизнес-планирования, план, факт, анализ, текущий учет, затрат и отчетность. В бухучете тоже у нас есть управленческий учет, потому что есть позиция «бухгалтер» на управленческий учет. Есть бухгалтер в единственном лице с функцией управленческого учета. Либо наш любимый специалист по консолидированной отчетности, тоже с функцией ведения управленческой отчетности. Вот. И еще есть отдельная категория вакансий, таких специфических, я их назвала контроль и прочие, сводная группа разных профессий. Контролер, ревизор, внутренние аудиторы, которые осуществляют контроль за ведением управленческого учета, правильности отражения в управленческом учете и отчетности. Даже есть вакансия фандрайзера, благотворительный фонд, который осуществляет ведение учета в разрезе проектной деятельности, аналитик по инвестиционным проектам. И я отдельно выделила самостоятельные службы управленческого учета и отчетности. Здесь же методология, постановка, автоматизация, то есть руководитель службы управленческого учета, руководитель группы внедрения проекта по автоматизации. Дальше идет целый блок IT-направления. Функциональный архитектор, системный аналитик, методолог, ведущий аналитик. И идем вплоть до программиста со знанием управленческого учета и ведущего программиста 1С. Здесь мы видим полный цикл автоматизации с нуля, разработка целевой IT-архитектуры. Весь внедрение проектов по управленческому учету требует экспертного знания этого управленческого учета, даже от программистов, методологов, системных аналитиков. Честно говоря, я очень хотела привести на этих слайдах зарплатные ожидания, но они очень сильно разнятся. Начальные позиции могут стартовать от 60 тысяч, и какой-нибудь, допустим, функциональный архитектор IT может иметь зарплату до 400 тысяч рублей.
И теперь хотела вернуться к слайду с заработными платами. Это тоже результат анализа рекрутинговой компании GetExpert по состоянию на сентябрь 2022 года. Вы здесь видите заработные платы финансовых директоров, контролеров, менеджеров и специалистов по финансовой отчетности. Мы видим здесь значительный разброс. Но все же таки, если говорить про начинающего специалиста, то стартовая зарплата от 40-60 тысяч у нас начинается. Ну, собственно, это, наверное, все, что я хотела рассказать. С учетом тех навыков, которые требуются вакансии и того опыта, я хотела акцентировать внимание, что наша дипломная программа «Специалист по управленческому учету» как раз создана на основе всей палитры потребностей работодателей, и по всем обозначенным компетенциям у нас есть соответствующие модули нашей комплексной программы, и анализ визуализации данных, и бюджетирование, управление затратами, бюджетный контроль, финансовый анализ состояния предприятия, бизнес-план, управленческий анализ и аудит, инвестиционный анализ. И, собственно, в заключение я предлагаю вам всем, уважаемые слушатели, подписаться на нас в Телеграм, чтобы не пропустить важные новости от нашего центра. У нас есть общий Телеграм и Телеграм-канал с вакансиями от наших партнеров. На слайде вы можете пройти по QR-кодам, или Марианна, если есть возможность, прислать ссылочки на наши Телеграм-каналы. Я благодарю за внимание, желаю творческих и профессиональных успехов, уважаемые слушатели. Елена. Енина, спасибо. Забирайте доступ. Так, одну минутку. Так. Ну что ж, уважаемые слушатели, мы с большой радостью вам сейчас готовы будем предоставить промокод на скидку. Так, сейчас он у меня загрузится, одну минуточку, переключаюсь. Угу. Промокод на скидку, скидка предоставляется в размере 15 тысяч рублей. Промокод звучит так: учет. Значит, скидку можно получить, начиная с сегодняшнего числа и по 29 апреля включительно. Скидкой можете воспользоваться вы, участники Дня открытых дверей. Есть некие ограничения, давайте на них обращу ваше внимание. Скидка не суммируется с другими скидками, да, которыми вы располагаете в нашем учебном центре, в том числе с программой «Настоящий специалист». И данная скидка действует только для частных лиц, не действует для организации. Вот, собственно, все. Спасибо огромное за внимание, за ваши комментарии. Если у вас какие-то вопросы есть, я готова буду на них, конечно же, ответить, пообщаться с вами. Пожалуйста, задавайте. Вот, если вопросов нет, еще раз вас благодарю. Успехов творческих, хорошего продолжения, успешного продолжения, да, и окончания рабочей недели, и хороших выходных, которые все-таки уже не за горами. Спасибо и всего доброго. Чуть-чуть подожду, вдруг у вас у кого-то вопрос все-таки сейчас в формулировке в чате. Стоимость курса есть у нас на сайте. Я могу сейчас ошибиться, поэтому простите, не возьму на себя эту ответственность, да, там зависит от каких-то факторов еще. Вот, когда записаться, в какой момент. Поэтому, если вы на сайте по QR-коду или по коду курса, в общем-то, выйдете на эту дипломную программу, информация, она прямо-таки на сайте будет доступна. Вот, и Марианна сейчас поможет, Марианна на помощь. Приходите мне. Дипломная программа, ну, о которой мы сегодня говорим, я думаю, да? Специалист по управленческому учету, вся дипломная программа. Угу, Марианна, спасибо. Вот какие-то курсы можно брать отдельно,
из того перечня, который я сегодня озвучила, если вам что-то понравилось, да, а дипломная программа, ну, как-то еще, как-то считаете, нет таких возможностей, времени и так далее, можно рассмотреть отдельно курсы. Ну, по каждому курсу на самом деле есть свои скидочки, да, то есть нужно этим вопросом задаться. Тоже информация есть на сайте или связаться с кем-то из менеджеров учебного центра. Там другие есть зато скидки. Thank you.